Это ведь не значит терпеть напрасно, о которой я мечтал. Тот путь, который я себе выбрал. Быть героем – это значит выстоять. Но выстоять, удержать заключенного от побега – я не верю в революцию. Реальность, в которой мы живем, и реальность, о которой мы говорим шепотом, незаметные для моей страны –